Наша кафедра риторики и стилистики русского языка пару лет назад решила провести конкурс городского масштаба и назвали его «Город без ошибок». То есть задача конкурса была собрать как можно больше ошибок разного типа, орфографических, пунктуационных, стилистических, с тех вывесок, объявлений, любых текстов, которые встречаются на улицах нашего города. Ну, время прошло, зашел в принципе на какие-то вещи. Администрация отреагировала по почтам ПТ через букву П, который находится вывеска прямо рядом с главпочтамтом. Вот эта вывеска висела много лет, и она исчезла. Но, тем не менее, мы знаем места, где больше никакой реакции не было. Thank you.